Итак. Снакс, чемпион Crucible. Хочет видеть вас в башне. Ну вот отстой, а. Что, что-нибудь здесь есть? А, наверное, подсвечено, что есть. В смысле, куда мне идти, если что-то есть? Я прокачался сейчас. Kill 10 Hive Majors or Ultras. Убейте двух врагов за один выпуск Fusion Rifle 20 раз. Вау. Ну, попробую. Exchange complete. Вау, я 6-го левела стал, фига си. Это шикарный способ увеличивать опыт. Это что такое, кстати? Сила. Сила уменьшает время перезарядки метательного ножа, позволяя его использовать чаще. Найдите, экипируйте броню с силой, чтобы забустить этот эффект. Дисциплина. Дисциплина уменьшает время ожидания гранат. Окей. Интеллект. Интеллект уменьшает кулдаун. Окей, понятно. Интеллекта у меня не особо много. Кстати, по всему. Path Forgotten. Тренировка, фокусирующаяся на силе и скорости. Плюс броня и agility. Agility увеличивает вашу скорость и максимальную высоту прыжка. Кто еще меня хочет видеть? Давай, поговорим с тобой, бро. I am the Crucible. Войдите в ранги гвардейцев, которые... В общем... Это приглашение мультиплеер. Грубо говоря, надо до 5-го левела докачаться, чтобы получить приглашение мультиплеер, да. You know where to find me. Что? А, это наверху, значит. Кто здесь есть? Тагил рулит! 10-й левел, фига себе. Что это значит? Вот эта херня. Кто-то сдох, прикиньте. Только ж. Так, Илья 6-го левела пойдет отсюда, не будет позориться. Ну, в общем, это дисмантл. Это дисмантл. Бло-бло-бло-бло-бло-бло-бло. Шейдерс. Ну, это чтобы цвет брони поменять и так далее. А что-то можно было сделать? А, окей. Это уровень скорости. Да это чилы. Итак. Пора сваливать. Пора сваливать и давать кому-нибудь по жопе. 6-й левел я. Увы, сейчас кому-то придется плохо.
Интересно, если я пойду на миссию, которая, допустим, 5-го левела, 6-м левелом. Мне дадут столько же экспы или нет? Вот, Crucible. Control. Competitive Multiplayer. Ну, в общем, бла-бла-бла, вы все видите. 6 на 6. PlayStation Plus нужен. Нельзя прокачиваться в левелах. И так далее. Так, Луна пока что... Ой, смотрите, здесь два человечка такие забавные. Неважно. А, да? У меня там были месседжи? Чего не прочитал? Ладно, неважно, потом заберу. Так, а пока что... Левел 5 стори, левел 4 стори. А, ну я тебе завершил. Skywatch. Тут один дружище находится. Ну мы туда идем? На нормале. Я просто не помню. По-моему, это та миссия, в которой я затрахался, малость грубо говоря. Малость говоря. Я не малость говоря. Грубо говоря, затрахался, когда я проходил ее в бете. Не знаю, пофиксили ничего или нет, но это первый раз, когда я сдох в тех местах, которых не стоит потыкать. If we can find their ghosts, maybe we can. Есть запись о том, что команда гвардейцев умерла рядом с заброшенным старым каким-то там маяком. Если мы сможем добыть их госов, то мы сможем соединиться с другими колониями при помощи этого маяка. The ghosts were last heard from near the Skywatch. Последний раз о призраках слышали рядом с Skywatch. Выдвинемся туда и там бла-бла-бла-бла-бла. Skywatch, не знаю, как называть, буду называть Skywatch. Skywatch, смотреть в небо. Обсерватория, что ли? Ну, обсерватория, хорошо. No, прокачка, no. Don't, do not want прокачка. Все, серьезно? Третьего левела? Привет. Забил. Ну забил в смысле на то, чтобы подходить. Ну что-то как-то он даже с третьим левелом меня снял. Неплохой парниша. Такой рабочий, я бы сказал. И для чего нужна вот эта комната, меня интересует. Do not understand right now! Please! Someone! Почему здесь я не могу встретить никого? И это опять эта херня, которую я уже хотел, которая мне не нравится. We're heading back through that hive breeding ground. Мы снова идем сквозь эту землю, наполненную роем. Keeping the fallen busy. Вангарды говорят то, что... Они теперь расползлись по поверхности, так что будь начеку. Если что, у меня есть дробовик. Вот один раз убил кого-то с одним выстрелом.
Ой, простите, что-то я замолчал, очень интересно просто. Не, ну реально, что сказать, одно и то же. Одно и то же, что-то уже как-то, если честно, надоело. Да, надоело уже. Если что, уже надоело. На 3-часовую игру, реально? Ладно, не буду патрульные миссии патруля проходить тогда. Ай, дебильчики! They're in a clearing between buildings, not far from here. Призраки, они недалеко от зданий, точнее между зданиями, где-то тут. Чё? Чё? Чё-то я выхожу, то это меняется, потом это меняется, потом это меняется. Ну одному вообще капец интересно. Borderlands отдыхает. Призраки до сих пор здесь, они у падших. Так, окей, и кого я должен убить? Он кого-то здесь. It's dead. Keep hunting. Этот мертв, продолжай охоту. Аж троих! Ни хрена себе! Чувак стоит и фармит, что ли, или чё? Это не так сложно, как я думал. Это до сих пор держит карты. Давай найдем маяк. И чё там, Рэй? Да какая разница? Привет. Ладно, пока. Тьма становится сильнее. Мы должны это закончить. Что-то нечем покончить. Эрик Контрол Стейшн на следующем секторе. Да, вот это место. Хорошо, что я взял норму. Я двоих пытаюсь замочить. Здание. Ну чё дрэги такие стрёмные-то, а? У нас здесь один удар. Чё, вы не будете меня считывать? Да я не хотел в него нож, блин, нож одновременно, нож и рукопашная атака на одной и той же кнопке. Это малость неудобно. Approaching the control station. Fuck. This is it. Аж троих, вау. Просто помню эту миссию, я знаю, что меня ждет впереди. И это не самое лучшее воспоминание в моей жизни, поэтому я пытаюсь собраться, забраться с духом. О, фак. Фак. Если бы был на харде, давно бы уже убили. Вспоминая старый анекдот, если бы с мамкой пошел, то разбился бы.
Убил сапы, точнее. Дурак, что ли? Капитан! Надо было сидеть в чепочной. О, может быть, у вас получится? Ну, если вы, конечно, подойдете вместе все. Давайте вместе. Вместе все. Привет. What the fuck? Ну, ни хрена себе патронов надавали. А, у меня сейчас отлично была возможность замутить даблкил. Вот. Что? Ну и что это? Блин, я сейчас мог сделать даблкил, но... Я думаю, чё патроны дали? Кто это меня бьет такой интересный? Чё это за эффекты такие странные? Почему мне больно? Ой, привет. Теперь тебе больно. Ну и кто теперь лох? А, вот. Вот ты лох, точно. Прости, забыл. Не то, что ты сделал. Так, ну я сначала, пожалуй, перезаряжу все свои возможности. Хотя они быстренько что-то перезаряжаться начали. Особенно возможность переносить боль. В общем, если они ничего не пофиксили, то... Мне будет больно. Вперед и к небу. Рэй, господи, спутник, что ли? Я не помню перевод Рэй. Он спутник. Открывается. И, в общем, эти козлы приходят. Тумбшипс. Сейчас будет такой капец. Где он? Чё это такое? Так, минус одна партия. Что уже радует. Вторая пошла. О, фак. О май гад. Как же вас много. Как же меня мало. Я должен быть толще. Макдональдс мне в помощь, мать твою. Окей, минус вторая партия. Потрошки, потрошки, потрошки.
Фак, у меня ничего не перезарядилось! О май гад! О, чёрт! Чёрт, побери, мать твою! Окружают демоны! Голливуд Найт меня прочитал сначала. Ну, короче, чувак, прости, но... Я ждал этого. Музон крутой. Прям-таки эпик. Прям-таки вообще капец. Я таки чувствую себя растущим где-то в районе... Не скажу. Чего? Этот спутник контролируется последним разумом Роя, Распутиным. Он соединен с защитными конструкциями по всей системе. Здесь должно быть что-то, что поможет нам пережить тьму. Блин, Swarm Grenade не прокачалась. Бицуха, смотрите, я бицуху получил в подарок, видимо. Сколько я убил? Охереть, 99. 99 за одну миссию, 99 за 15 минут всего-то там, чё подумаешь. 1000 у нас стреляешь за 2 часа. Окей. Как здесь посмотреть-то? Кто здесь есть? Это, видимо, кто здесь есть, да? Или это кто... Я хз, что значит вот это вот. Может быть, можно присоединиться к ним. Ну ладно. Там что-то выдают. О, точно, базука. Базука! Базука, мастер просто. Фак. Machine Gun. Где моя базука? Вот Rocket Launcher. А, вот Rocket Launcher. Полностью автоматическая тяжеловооруженная машина. Ну, в общем, лучше Rocket Launcher. Я это возьму. He's with us at Twilight Gap. Wiped pretty bad there. Not the gun's fault. Let's talk. Let's talk now. Do not want. Так, чё я там хотя бы выполнил-то? А я даже кого-то убил? Hive Majors or Ultras? Чемпионы Роя... Нужно убивать чемпионов Роя, окей. Аж убил 9 раз. Двойным убийством всех. Так, а чё мне здесь? Дают? Александр 9940. Есть особое задание. Окей. All done. То есть, а он мне сразу не мог дать? Вау. Завершите 5 матчей контроля.
Ну окей. Ну допустим. Ну и ладно. И туда пошел. Хотя, подождите, может, что-нибудь подобрал. Этот будет, конечно, получше. Но поуродливее. Ну да ладно, что делать. Смантл. Смантл. Это дает силу плюс 6. Так что... В жопку идти. Ничего, здесь он получше ботиночки. Накидки, конечно, другой нету. У меня такая накидка просто, охренеть. Я просто вынужден взять. Снайпер райфл, снайпер райфл. Какута. Вроде все, больше ничего не забыл. А, монах возвращается на орбиту. Своей стрижкой в виде горшка. Твою налево. Нет, даже не стрижка в виде горшка, это стрижка под каску немецкого солдата времен Второй мировой войны. Помните, вспомните эти каски? Вот, она точно так же, она повторяет все ее очертания. Йокал и Мане. Потом что-то можно будет сделать. Так, что здесь? Control. Видимо, надо поиграть в это, потом в это, потом в это, потом в это дадут. Все по очереди. Луна что-нибудь новое открылась? Нет, все старое. Так, а здесь? Серьезно, это все? Рейли? Одна из пяти золотых... один из пяти золотых сундуков. Окей, ну еще Венера должна быть. Вроде как. Ладно, все понятно.